Здравствуйте, меня зовут Леонид, я из города Санкт-Петербург. Занимаюсь заточкой парикмахерского инструмента. В этом видео я решил поделиться личным опытом в выборе заточного оборудования. Все те, кто решил заняться заточкой, это новички или действующие мастерские, расширяющие сферу своих услуг, я рекомендую компанию ADEMS. Компания ADEMS является разработчиком и производителем заточного оборудования. Это наша российская компания, что очень приятно. Я затачиваю парикмахерские ножницы. И для этого использую станок ADEMS Full Drive. Это самый лучший станок для заточки парикмахерских ножниц. Очень рекомендую. Все оборудование компании ADEMS — это качество исполнения, как можно видеть визуально, надежность, долговечность. За все время работы на этом станке никаких нареканий у меня не было. Работать одно удовольствие. Мои клиенты — это мастера-парикмахеры. Они очень довольны качеством моей заточки, и поэтому ко мне стали обращаться мастера маникюра о заточке их инструмента. И поэтому, чтобы не терять клиента, я решил расширить свой бизнес и приобрел станок ADEMS Pro 2. Вот я получил посылку. Как видно, коробка в идеальном состоянии, без всяких повреждений, потому что сверху еще была жесткая упаковка, состоящая из досок. Сейчас мы распакуем и посмотрим, что же там у нас внутри. Вот такой упаковочный материал, толстый, прочный, проложены все стеночки внизу. Вот паспорта с гарантией на станок. Вот это алмазный круг, производство Полтава. Профессиональные заточники предпочитают абразивные материалы от фирмы Полтава. Далее смотрим, что каждая деталь упакована отдельно в такую же прочную упаковочку, что очень приятно, ничто друг об друга не поцарапается. Все пришло просто очень красиво, достойно упаковано. Это говорит об отношении компании к клиентам. Все оборудование в целости и сохранности. Все, каждая деталь, все упаковано. Я дополнительно заказывал все расходные материалы к этому станку, потому что в ассортименте компании ADEMS имеются и комплектующие, и расходные, которые тщательно подобраны по технологии заточки, как мы видим. Здесь тоже вот просто все упаковано отдельно, все бережно сохранено. Сейчас я все остальное достану, подключу и покажу. А сейчас мы сделаем паузу. Вот установили, подключили. Сейчас мы покажем пробный запуск. Смотрим. Заработал частотный преобразователь. Вот началось вращение кругов. Вибрация отсутствует. Круги ровно не бьют. Все готово к работе. Вот манипулятор, это зажим для ножей и ножниц. Все расходные материалы я попросил подобрать мне для работы. Все вот алмазный круг, я уже говорил, что это полтавский
Вот имеется комплект для быстрой смены абразивов. Вот так выглядит. Одевается на круг. Это нужно для того, чтобы менять круги. Один снимаем, другой ставим. Ничего балансировать, настраивать не надо. Один сняли, поставили и сразу же продолжаем работать. Также эти станки и Full Drive, и ADEMS Pro 2 могут работать в паре. Мы можем алмазный круг установить сюда и делать здесь заточку по передней поверхности. Или же мы можем это делать здесь. А тут установить шлифовальный круг и делать вышлифовку. Можем установить вот такую магнитную головку на ADEMS Pro 2. Здесь делать вышлифовку. В общем, в паре эти два станка очень удобны. Одну операцию делаем здесь, другую здесь. На этой стороне или на этой, кому как удобно. Можно установить полировальные круги. Все отполировать. Также имеется в ассортименте компании зажим для маникюрных кусачек. Примерно такого же вида. Ну, на этом как бы обзор станка я заканчиваю. На этом я прощаюсь. Приобретайте все оборудование в компании ADEMS. Надежно, качественно. Всего доброго.